Да, вот ты поблагодарил музыкантов, и, ну и насколько я знаю, там на диске есть какие-то благодарности. Но первый раз я увидел, когда на диске есть некий Факов. Вот хотелось про это спросить. Ну почему первый раз? Факов — это тоже довольно часто среди неформалов, я вот помню там. Допустим, у Паука, да, и вот у Дмитрия Спивина Сида, да, постоянно Факова, я помню, вот, как вот 90-е годы я с тем и другим был знаком и общался, и вот там у Спивина там Факов патриоты, блядь, и еще кто-то там, а у Паука Факов, там Боров, там Гастелло, причем, то есть, там, то есть, люди, которые там были год назад лучшими друзьями, ну, и как бы у меня примерно такая же... Такая же история. Это мой двоюродный брат, честно скажу, вот так. Это мой двоюродный брат, более того, он автор некоторых песен, которые, в общем-то, сегодня даже звучали. Но он, я считаю, что, знаете, когда вот, я вот сейчас такое, может быть, слегка такое скандальное, да, заявление сделаю, но... Песни — это как дети, да, и когда детей бросают, ну, как известно, за это даже есть уголовная ответственность. Вот так. Поэтому у меня уголовной ответственности, к сожалению, нет. Только вот Паков. То есть, как бы, ну, там была история, просто связанная с тем, что, в общем-то, человек оказался автором, да, оказался каким-то креатором, и потом вот как бы все это послал, ну, и его пришлось тоже послать следом. Вот такой я злопамятный человек.